Череду школьных линеек сегодня вклинилась и Якутская кадетская школа-интернат. Праздник начался с внесения знамени школы лучшими воспитанниками учреждения. Поздравить ребят со знаменательным днем приехала депутат Государственной Думы Галина Данчикова. Новых воспитанников ждут обновленные учебные корпуса и спальни, а также два новых автотренажера. Нововведением в этом году стал совместный с Министерством внутренних дел пилотный проект «Класс юный полицейский» для учащихся 8 классов. В этом году под знамя кадетской школы-интерната присоединились 43 новобранца, которые успешно прошли вступительные испытания. Я поступил в кадетскую школу, потому что я хотел в будущем стать солдатом. Были экзамены по русскому языку, математике, по психологии. Были силовые. Я бегал 2 километра. Подтягивание и прыжок с места. И показал лучший результат.